Мы все с вами смотрим на девушек на каких-нибудь премиях, на Оскаре или вообще на красной дорожке, восхищаемся их нарядами и каждый раз удивляемся, как они могут носить настолько глубокие вырезы на платьях. Или как можно носить платье такое с открытой спиной и не волноваться о том, как будет выглядеть и на каком уровне будет твоя грудь. В общем, я с вами поделюсь секретами звезд. Девочки, хочу вам показать волшебную штучку. Официально их называют дресс-тейпами. На самом деле можно быть проще и просто назвать это скотчем для одежды. Зачем нужны эти волшебные клеящиеся полоски? Ну, вы же видели все эти подиумные платья. Или, например, у вас есть блузка, которая расходится по шву. Вот этими штучками мы можем решить такие проблемы. И есть вот такой еще интересный формат, прям как будто бы обычный скотч. Обратите внимание, что эти ленты бывают разной и ширины, и длины. То есть они вот здесь у меня такие представлены самые миниатюрные, но они бывают еще и подлиннее.